Трек «Climbing Up the Walls» был назван группой первой страшной песни за их творчество. Весь текст пропитан паранойей и чувством страха от чего-то сверхъестественного, что всегда и везде преследует рассказчика. Можно рассматривать трактовку песни как страх человека остаться одному, из-за чего он везде видит только тени, которые говорят, что они его друзья до скончания жизни. Но можно и рассматривать вариант, что строчки про выключенный свет и преимущество мест снаружи действительно подразумевают ввиду страха от привидений, о котором рассказывал и сам Том Йорк, а последствия посвятил этому страху весь «Morning Bell» на грядущем альбоме «Kid A». Сам Том добавляет, что он тогда работал в одной деревушке неким волонтером в психиатрической лечебнице, и посреди ночи один из пациентов сбежал. Он не был опасным, но только представить его одного в поле со всеми болезнями может и заворожительно пугать, но уже за него. Мелодия была почти полностью выполнена Джонни Гринвудом. Не обращая внимания на гитару, в композиции присутствует 16 разных скрипок, играющих на четверть тона отдельно друг от друга, а живые выступления подкрепляются шумом, который идет из радио, телепередач или чего еще такого, лишь бы не из гитары, дабы добавить песне еще больше загадочности.